Shell не уходит из России. Я в Москве, это улица Ольховская, полуспальный район. Шелловская АЗС. Вокруг валяются наклейки T-Boil. Маркетологи T-Boil пытались пробиться, но заправщики отбиваются, не подпускают их. Наклейки везде валяются по дороге. В общем, держатся за Shell как могут. Директор сказал заправке, что ему вообще все пофигу. Будем торговать шелловским топливом. Так что у нас люди, видите, какие стойкие, держатся за свой любимый бренд. Сегодня 26 августа 2022 года.